Всем привет, за окном имеем весну, и то есть начинается ремонт косилок. Это уже обсосанная тема, как всегда, и снова мы возвращаемся к этому. Вот косилка Энфель, плохо вращается, туго ремень. Ну что, открываем вот крышку верхнюю, и что мы здесь увидим? Это капель. Вот так он может работать? Я понимаю, что это девушка пригнала данный аппарат. Вот это корж! Пресс! Ну вот хотя бы сезон отработайте. Ну вот два. За сезон не было нам служено. Да. Ну вот так вот. Здесь два саморезика. Скрывается вот эта крышечка. И возьмите, почистите. Просто переверните ее. Кисточкой так чик-чик-чик-чик. Веничком как-то выдуйте вот это. Ну вот давайте посмотрим теперь, что здесь случилось из-за этого. Потому что вот эта вся шуба. Действительно шуба. В этой шубе двигателю жарко. Он сгорает, подшипники сгорают. Еще посмотрим, получится ли его восстановить вообще, взагали. Ладно, вычищаем вот этот весь тюк сена. Покажем этой девушке, что здесь находилось, что послужило причиной поломки. Смотрите, здесь прям брикет из земли уже. Это жопа. Жопа. Продолжаем вычистку, сметя из косилки, вот, вроде бы почище стало. Вот дополнение к этому, что мы собрали сверху, а вот это все остальное уже внутри. Так, все, собираем ключики, и девушке Вике это мне обязательно покажем. Ну и соответственно мы имеем, что крутим за шкив, заклинивший электродвигатель. Беда, беда. Ладно, разбираем. По разборке и замене подшипников, видосиков, валом и канале. Заходите в плейлист «Газонокосилки». И по заставочке находите, либо по названию ролика, нужную вам модель вашей косилки. Ну, а мы сейчас разберем, посмотрим, что случилось. Вот там нижний подшипник вращается, а верхний заклинивший. И когда он заклинил, вот так вот все потекло, пластик уже потек. Потому что здесь клин. Ну, попытаемся реанимировать в надежде. Но здесь плачевно, конечно. Мастер плачет. С трудом вышел якорь. Подшипник, конечно, еле не хочет вращаться. Но посадочная вроде целая. Если что, то сделаем с фольги подложку, чтобы восстановить соосность. Меняем подшипники на якоре. И будем собирать. На электродвигателе подшипники заменили. Теперь берем за шкив, балды шкива. Он тоже с затруднением вращается. То есть здесь жопа тоже подшипником. Ну и разбираем и здесь теперь. После замены двух подшипников, как прекрасно крутится вал со шкивом. Легко и без. Вот, сгорел уже наш двигатель. Шкив со двигателем вращается адекватно. Так, кстати, если у вас ни к кому обратиться нету мастера, вы можете снимать вот этот двигатель, отконнектить к сетевой кабель, отсылать его нам, отремонтировать с ним контент и отправить вам уже обратно новой почтой. Связь со мной по вайберу. Ну и все, осталось нам установить его на кузов и запустить, затестировать. Ну и, конечно же, кадры тестирования. Ну все, можно звонить владельцу о проделанной работе. Всем пока-пока. Ставим лайк для продвижения канала. Так вот, о том, что чистить, вот снимать крышку и чистить вам в магазине не расскажут. Вам будут рассказывать, что нужно на дорожке запускать, время запуска от косилки электрической 3 секунды составляет, ну, как, всякую пургу будут рассказывать, а вот обслужить просто владельцу, снять крышку и почистить, чтобы не доводить до такого состояния убогого. В магазине не расскажут. А вот и продолжение, следующее. Ремонт у нас сестра этой косилки. Здесь владелец уже молодой человек. Сейчас посмотрим, что здесь творится. О! Ну, здесь конструкция чуть подругая. И здесь, вот видите, нету такого травы этой шубы. Скорее всего, прочищал человек. Ну, здесь просто шумят подшипники. Сейчас будем менять их.